Джулай 27, правильно? Да, правильно. Мы приехали в наш зарентованный коттедж Хани Харбор и жарим барбекю. О, она уже, по-моему, почти. Кирюша, ты из лагеря приехал? И Вероника. Я с палкой. Ты с палкой. Вот угли у нас какие тут. Будем кушать. Зачем вы булки жарите, папа? Булочки нужно прогреть. Нужно прогревать? Да. Булочки нужно прогреть, чтобы они пропитались дымом таким. Да. Тут дым как газ воняет. Меня чувствую, мою не надо. Хорошо, твою я не буду. Кирюша по-хозяйски у нас жарит, он очень... Кирюша большой специалист, мы, наверное, вместо того, чтобы программированием там прозябать, мы откроем бизнес. Мы будем заниматься хот-догами. Да, Кирюша очень сосредоточенно жарит сосиски. Вероничка выучила нас кучу песен после лагеря. Вероничка, ты ему... Можете спеть, вы отлично вторите. А ну-ка, давайте я вам... Я тут! Повторю вам. Моя с палкой. Настенька с палкой, как индеец маленький, да. Вот виден наш коттедж. Мы там купались, мама. Мы купались? Да. Я думаю, что вы еще нас снимаете тут. Да, мы даже взяли запасную пленку, чтобы нас снимать. Тут только 22 минуты осталось. Ой, так это еще много осталось. Да, папа? Смена произошла. Мама Рита делает последний тест. Мама Рита должна попробовать. Они вот сейчас мы приблизим предметы. Вот видите. Это бургер. О! Так, мама Рита, ну-ка, пожалуйста. Как насчет готовности? Вот это продемонстрировать. Да, вот готовность там. Ну. За... Готовность номер 10. Это в какую сторону? Это разрешите вас повесить. Ага. Вот это чашка. А я булочку. Я вот сейчас на тарелочке ее зарежу. Как я ест? Булочку убираю. Кирюша, это главный у нас. Просто главный куб. Да, конечно. А, Кирюша, да. Они внутри хороши. Уже внутри хороши. Закат солнца вручную там происходит за озером Джорджин Бэй. И... На сегодня мы прощаемся с вами, дорогие товарищи. Мы там прощаемся. Мы еще заснимем, как мы это все будем хряться. Нет, 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 мы хряцать нет. Не надо отли. Хорошая. Нет. По-английски и по-английски. И по-английски там, например, говорят, that's a tree, и еще там Джесси Чайник, как там еще говорит. That's a tree. Правда? Кирюша нам рассказывает про какой-то фильм, да, Кирюш? Ты уже съел свой барбекюшный бутерброд? Бутерброды очень быстро закончились. И угли потухли. Да, Настенька? Неправда. Неправда, Ваша. Или они еще горячие? Они там еще горячие, да, Кирюш? Вот они. Плывут. Вечером. Подплывают к бережку, к нашему. Вероничка теперь хочет. Я теперь подержи, мам. Держи. Настенька. Настенька тоже хочет покататься, да, Настенька? Кирюша, ты в воду попал? Вы поворачиваете, Веронюль? Вероника, там
Пока! Кирюша с Вероничкой там загребают вечерочком на кону. Далеко поплыли. Папа с Настенькой наблюдают. У нас очень красивое небо тут, в коттедже, и вот там это мама с папой. Ну, их плохо видно только. Вот небо у нас такое красивое. Ой, куда они уже уплыли? Это мама с папой пришли. Вот папа сидит. И мама. И Настенька. Вот они. Вот мы проснулись. Это наш второй день в коттедже. Вторник. И дети с утра сразу поплыли на байк. На кону далеко-далеко. Вот я сейчас их попытаюсь приблизить. Далеко, вот они плывут. Далеко от нашего коттеджа они уплыли. Сейчас они приблизятся. Тут вот виден остров, на котором мы вчера плавали. Мне казалось, что это два маленьких острова. Вот это один остров с палкой, а за ним большой остров. Вот. Так далеко уплыли дети, что их даже не видно. Вот это вот пристань наших соседей, у которых 15 коттеджей на острове. А вот это рядом... У которых нету туалета. Рядом наш пляж, да. Настенька, не стой с краю, отойди от края на столочку. Аккуратненько, сядь, посиди. Вот это вот наша. Наш пляж. Вот наш пляж. Он сегодня очень чистый, без травы. Вообще мы траву тут чистим и складываем в уголок вот сюда вот. Вот сюда вот мы складываем травку нашу. Вот нас целую кучу наскладывали. А там по дорожке туда наверх виден кусочек нашего коттеджа. Это машина дочки Вероникина. А там вот кусочек нашего коттеджа. А это вот наш помостик нашего хозяина Джо. Настенька, аккуратно. Никуда не ходи на стульчике. Настасенька здесь ходит и все смотрит. Да, Настасочка? Что ты смотришь, Настасенька? Там палка упала? Какая тут палка, Настенька?
Тут осторожненько нужно тебе, да? Вот Настенька сидит возле пляжа у нас на скале. Настенька, попробуй еще немножко наверх залезть. Почему ты не хочешь? А щечка у тебя распухла, потому что тебя комарик укусил. Одна щечка распухла у тебя. А вот ты капельку можешь наверх залезть на скалку. Смотри, какая скалка легенькая. Наши дети возвращаются. Они побывали на острове. Рядом наши соседи на водном велосипеде. Наши дети возвращаются, выгребают. Нашу пристань. Вы приплыли? Как вам было? Как вам было? Ох, какой катер за вами плывет. Поднял целую кучу волн. Такой красивый катер. Это к соседям куда-то приплыл. А наши дети подгребают к пляжу. Вы там на острове были, да? Какой-то маленький островок? Не маленький? Островок маленький или нет? Вы там выгребали против ветра, молодцы. Хорошо было? Вы идете к друзьям сейчас? Друзья вас звали? Мама, идите ко мне, плывите ко мне. Настенька. Меня пароход. Как они гребут. Настенька, тебе нравится? Посмотри на маму. На таком колесе. Приплыли на бережок. Настенька скарабкалась. Ой, как хорошо. Тут мелко? Покажи, как ты на животике плаваешь. Настенька поливает цветочки у нас. Ой, как смешно, да, Настасья? Шевелится шланг у тебя? Как Настеньке нравится поливать, да, Настасенька? Тебе нравится поливать? Да, это наш третий день в коттедже. Утром мы проснулись. Такое солнечное утро. Настенька стала поливать хозяйские цветы. Хозяева нас попросили последить за их клумбой. Вот виден хозяйский коттедж. Большой, красивый, с летней кухней. Вот тут рядышком наш столик летний. За столиком у нас тут завтрак. У меня есть собака. У тебя есть собака, арбуз. Вот ступенечки, по которым можно зайти в наш коттедж. Коттедж очень уютный. Дети с утра уже подружились. Вчера еще подружились с какими-то соседями. И с утра уже с ними катаются на кану. Вот Вероничка идет. Вот. Оу! Why? Вероничкины подружки, они тоже сюда идут. А Кирюша куда-то отправился на кану, да? Куда он отправился? Фонтанчик, подойди сюда, Насталочка. Моя включила фонтан. Это Настенька включила. Такой фонтанчик красивый.
Как он разбрызгивает на цветочки красиво. Красивый фонтанчик, да, Насталочка? Тебе нравится? Выключить фонтанчик? Ты пойдешь выключишь? Почему, Настенька? Где же тут выключается? Вот здесь? Дети купаются. Дети сейчас будут у нас прыгать. Вероника прыгнула. Как водичка? Как водичка? Теплая вода? Настенька у нас загорает, да, Настенька? Настенька, ты загораешь? Ты смотришь на детей? Настусенька, посмотри на маму. Солнышко тебе в глаза. Четвертый плаванье. Настасья показывает, как она купается. Да, Настасенька? Тебе нравится плавать? Покажи, как... Но что ты такое вытворяешь? Покажи, как ты плаваешь. Попу показывай свою. Ой, ты лежишь хорошо на спиночке. Тебе нравится? Ноги твои? Ну покажи ноги. О, ноги в носочках? А почему... Настенька, почему у тебя ноги в носочках? Почему у тебя ножки в носочках? Самолет гудит. Настенька сидит на лодочке в полотенечке, греется, да, Настасенька? Кто тебя кусает, Насталка? Муха. Муха тебя кусает. Ох! Прогоняй ее, кыш, скажи. Кыш, муха. Кыш, муха. Вот наши грабельки, которыми мы чистим водоросли. Вот сколько мы водорослей начистили уже. Кучу целую. Дети на тебя брызгают? Вся мокрая. Хотела тебя взять на руки. Дети у нас купаются в 7:30 вечера. Сейчас я буду снимать. Подожди, Вероника, я приближу тебя. О, давай, на старт. Внимание. Марш! Пау! Теперь тебя давай. Ау! Как ты разгоняешься? Ау! В трусиках покупаться? Большие волны? Честно. Вдвоем давайте на старт. Внимание, марш!
Давай, из камушков. Меня. Давай, Вероника. И Кирюша у нас. Я тут. Давай, ты все уже? Нет. Ты снимаешь свои штанишки, Настасенька? Нельзя ботинку купаться. Пленка у нас заканчивается. Пленка у нас заканчивается. Нет. Да, мы должны вставить новую пленку. Сохнет наш спальник. Ты ударил ногу, Кирюша? Снимай меня. Давай, Вероника, последняя минута, еще у нас одна тут осталась. Отлично! Замерз, Кирюш, ты замерз? Вода холодная? Нет. А что, теплая? Да. А что ты губы синие? Слушай. Что вы делали? Ныряли. Ныряли? С кем? Молодцы, купались. Сколько вы часов купались сегодня? Я иду купаться. 8 часов. 8 часов купались? О-о. Настенька, ты идешь купаться? Я иду купаться. В трусишках? Да. Ой, какая водичка хорошая. Я пойду к вам. Ты куда пошла? В камушки? Да. Здесь сколько камушек? Ой, много камушков тут, да. Тут мало? Да. Ты строишь домик из камушков? Да. Вот какой домик красивый. Ма, смотри. Ма. Ау. Вероничка плывет. Муха. Вероника, силач. Ой, ты ж не брызгайся, ты в камеру можешь набрызгать. Показывают 0 минут. Ноль, Вика, они все поприезжали. Папа загорает левую подмышку. Папа сейчас будет прыгать с бортика, мама будет снимать папу. И мама будет прыгать. А вот Настенька в новом шлеме с новыми игрушками. Тебе купили шлем, Настасенька? Я сейчас прыгаю. Вы давайте. Если я сейчас не прыгну, я вот. О, нет, ты, пожалуйста, уж прыгни. Папа собирается залезть на помост мужественно. А вот мои какие отличные. Отличные какие, да. Вот наш хозяин, он делает дощечки новые, чинит. А папа наш мужественно выдвигается на прыжок. Ну, папа, давай вместе с Кирюшей или с Вероникой. Ну, давай, папа, на старт, внимание, марш! Марш! Отлично! Иди теперь сними, как я плаваю. Аврора, наша мама Рита. Мама Рита, улыбку. Улыбку, говорю. Вот. Прыжок 21 век. Вот так, так, так. Вот это да! Интересно, вынырнула даже. Не только умеет она прыгать, но еще и выныривать умеет. Вот это да. Я на камень. Вот. Я
Настя у нас на камне. А вот наш Джоу. Он решил ремонтировать дек. Сейчас мы Настю найдем, она где-то тут на камень. Вот она. Эй-эй. What's your steps, honey? What's your steps, okay? Okay. Mm-hmm. Давай. И дупель 2 ногами. Отлично. Интересно этот ВНР. Окей. Yes. Уточка приплыла. Наша уточка. А, соседи. Вот яхточка маленькая. Такая типа АК. Вот она. Там два человека, но... Угу. Ну, вон тут утки. И Кирюша есть камера, и у Настеньки есть камера, да? Настенька. Настенька снимает камерой, да, Настенька? Чик. И Кирюша, а чик. Вот. А папа у нас загорает на солнышке. Вот тебе фотография. Папа, ты загораешь? Вот тебе фотография. Тебе хорошо, спасибо. Вот тебе фотография. Спасибо, Настенька. На, вот. Это наш какой день? Седьмой? Угу. Седьмой, последний день, вернее утро пребывания коллектива на даче. You're bleeding? Why? Машина загружена. Все сделано. Настасья, где ты? Вон она. Настасья. Настасья, тебе понравилось здесь жить? Настасья чего-то не наелась. Ну, остальные такое летучее интервью. Гранюля, тебе понравилось? Окей. Okay. Кирюша, это значит понравилось. Вон. Нет. А что это значит? Бап. А, пицца, понятно, да, пицца. Не... Окей, хорошо. Вот, все. Так, это мы доедаем завтрак. И уезжаем. И уезжаем. Такая панорама. Солнце яркое. И, наверное, конец, если мама Рита не захочет доснять чего-нибудь еще. Вот Настенька сидит у нас. За шлем лезь. И шлем такой ей купили, шлем на гараж-сейл. И она сидит на стульчике с собакой. Говори только громче, никто не будет ничего понять. Потому что там очень плохо слышно. Привет. Вон папа зашел. Последнее приготовление. Снимай наше помещение. Эту комнату, ту комнату. Ты поснимай, где мы. Где у нас? Марита, там еще твоя картошка. Ага, поснимай, Кирюша. Ванну. А, да? Ты будешь сначала вторую комнату. Ты снимаешь только одно место. Кирюша, снимай другую комнату. Кирюша, выключи это. Выключи, потом включи. Выключай, потом включай. Так. Такой sunny day сегодня. Мы уезжаем. Вот мамина комната, где она спала. У нее тут кровать. Большая, king size. Мам! Мам! Вот папа моет посуду, которую мы только что съели. Посуду съели? Нет! А что? Не посуду, а... Еду. Еду съели, а посуду моем. Интересно. Вот мама тут уже все убирает, чтобы папа помыл.
И вот холодильник старый, как у нас был в Харькове. И вот там все наверху, вот такое красивое. И вот наш туалет. Вот он, тут полотенца такие, вон Вероника. И вот душ. И вот все. Это наш коттедж. Последний день.